Кто здесь Толик? Ну, кому Толик? А кому и дядя Толя? Чё надо? Поговорить. Ты пушечку-то убери. Может, разговор и получится. А кто же меня тогда слушать будет? А это я буду решать, слушать тебя или нет. На 59-м году ушел из жизни российский актер театра и кино, телеведущий Игорь Савочкин. Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Позже семья переехала в Саратов. Юность у актера была лихой, он любил похулиганить, состоял на учете в милиции. По первому образованию он инженер, закончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства. По специальности работал полтора года. В 1991 году окончил театральный факультет Кэпётовской государственной консерватории имени Сабинова. С 1992 года снимается в кино, дебютировав в ленте «Если бы знать». Засветился в лентах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Широкую известность получил в 2007 году, сыграв роль вора в законе, картежника Толяна в популярном сериале «Громовы». В своих интервью актер называл эту работу своей любимой ролью. Далее были заметные роли в картинах «Смерть шпионам», «Адмирал», «Широка река», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Тихая застава» и другие.